Здравствуйте, рады мы. А кто нам не рад, тоже здравствуйте. В этом видео хочу сказать, вчера был у меня насыщенный день. Огорчили меня мои подписчики своим невежеством. И еще такой интересный момент, ко мне пришел на канал Рептилоид. Вот давайте я в этом видео сейчас расскажу, как их отличить рептилоидов. Не обязательно рептилоидов, а вот провокаторов. Именно провокаторов. Тварей. Сейчас я вам сначала, давайте, рептилоида. Под одним из видео, вот он мне тут такую комментарий написал вначале. Я думал, человек, давайте читать. По таким видео не скажу, у меня тут 300 видео, но если найдете, хорошо, ну, давайте так вот. Вроде пожил на этом свете, вот пишет мне, вроде пожил на этом свете, и в такую кашу лезешь. Ну, добрейшее такое существо. Идет уничтожение славянского населения путем унижения мужчин и девушек. На 1000 браков 870 разводов. Лучше не думай об этом, иначе сойдешь с ума. Это он мне. Я ему пишу, точно. Моих детей и внуков уничтожают, а я, чтобы не сойти с ума, об этом не буду думать. Вот это совет. И почему говорю, ты кто? А он пишет, дед, читай книги, например, Альфред Адлер. Это сценарий уничтожения расы. Именно, думать, расы. Презрение мужчин к женщинам и обратно. То же самое делали с немцы после 1945 года, но у них это продлилось 3 года всего. У нас длится, заметьте еще слово, у нас. Это он здесь живет, у нас. Есть понятие «русский крест». Там тоже информации достаточно. От этого не уйти, к сожалению, но заложена Конституция в 93-м, которую дали американцы с целью уничтожить нацию. Это окончательное решение русского вопроса. Единственное, добрый такое существо, пишет мне, единственное, я сочувствую тебе, что ты оказался в это время. Но лучше не думай об этом, занимайся. Отец, смотрите, слова знакомые. Бойтесь не слов. Занимайся познанием, саморазвитием, иначе будет только хуже в твоем сознании. Я вам пишу. Его насилуют, срут в душу, убивают, а он занимается самопознанием и саморазвитием. Ты мазохист? Пишет. Я не русский. Мне просто самому тошно смотреть на это. А тебе я дал просто совет. Не хочешь, так до конца жизни с ним, с этим, и будешь жить. Я вам пишу, уже про нацию. Когда твою нацию будут душить, в скобках, после нас, не обращай внимания. Ну так, думал еще, это человек. А он пишет мне, я тебе дал совет. Ты ничего не изменишь. Так вот, рады мои, давайте насчет всемирного заговора, рептилоидов, инопланетян и всяких там маразма. Вот этой глупости поговорим, вот нас захватили. Давайте поговорим. Сейчас я буду вам давать, поэтому посмотрите до конца, потому что вот сейчас вот вы подскажете, что ты докопался человека рептилоида назвал. Сейчас вот под конец видео вам будет понятно, почему он рептилоид. Или провокатор. Вот смотрите. Тварь. Одним словом, тварь. Давайте так вот, смотрите. Чтобы это понять. Я сейчас объяснялки буду говорить. Объяснялки. Объяснялки будут жесткие. Грубые. Чтобы до вас дошло. Поэтому заранее прошу прощения. Я не хочу никого обидеть. Никому не хочу обидеть. Это просто для примера. Вот смотрите. У меня... Живут свиньи. Вот сейчас на следующий момент. Могу я ли я убить любую свинью? Конечно, могу. Почему? А мне законом не запрещается. Сам вырастил, сам убил. Могу я всех замочить. Башки, как хочу, могу убить их. Хоть
вешать, хоть резать, хоть молотком бить, понимаете, хоть кишки вырезать, хоть там, хоть чем. А после этого я могу их съесть, или похоронить, или на свалку выбросить. Это мое. Что хочу, то и делаю. Правильно? Правильно. А могу ли я убить соседа? Через день на меня дым идет от него ветром. Печку топит. Могу я его убить? Нельзя. И я не буду этого делать. Почему? Законом запрещено. Меня накажут. Поэтому я не убью соседа. Следующее. Это уже как бы действие, родные. Действие. А теперь про базар. Как вы считаете? Могу... Вот давайте. Что я думаю, это мое дело. Никто не знает. А вот могу ли я базарить и говорить, что, допустим, евреи, там, мужчины и женщины плохие? И говорите, вот смотрите, какие плохие. Могу? Нет. Почему? Потому что антисемит буду. Закон. Закон. Запрещает. Меня накажут. Поэтому я не буду говорить это. Понимаете? Не буду. А могу ли я быть русофобом? Говорить про русских мужчин и женщин гадости? Могу, потому что законом это не запрещается. Поэтому я могу сейчас орать. Мужики все алкаши русские, бабы все бляди. Понимаете? Следующее. Могу ли я что-то сказать плохое про наше правительство? Правду матку такую что-то найти. Смотрите, скажу, смотрите, президент какой-то. Все. Могу. Нельзя. Почему? Повторяю, в чем мое это мое дело? Но говорить нельзя. Почему? Закон запрещает оскорблять или плохо говорить о правительстве. Поэтому я молчу, рады мои. Могу ли я что говорить плохое про религию? Нельзя. Почему? Оскорбление чувств верующих. Меня тоже накажут, рады мои. Правильно? Правильно. Объяснялавка закончилась. Вот эти вот такие нехорошие слова. Извините, кого обидел. Если я не хотел. А теперь, рады мои, я в своих видео, и многие блогеры пишут, как бы сказать там, как в басне Крылова, вот был такой вот старый хим поймут, что они рассказывали про животных, а на самом деле имели в виду людей. Так здесь, рады мои, если я говорю рептилоид и тварь, ну, конечно, нет дыма без огня, рады мои, нет дыма без огня. Это действительно не наши существа. Но я говорю конкретно о чем-то таком. Ну, короче, об инопланетянах, о тварях. Вот так вот, понимаете, как бы, потому что инопланетян можно оскорблять законодательно. У меня есть подписчики, и я подписан на людей, которые уже закрыли каналы. За правду, рады мои, они что-то ляпнули. Правду сказали. И их закрыли. У меня есть видео, которое запретил YouTube. У моих тоже подписчиков есть видео, много есть людей, которые запретил у блогеров YouTube каналы. Закрыл. Вот не каналы, вернее, а видео запретил. И у них предупреждение. Вот сейчас я сейчас что-нибудь еще скажу, которое против закона. Я же перечислил, какие законы у нас есть. Что базарить нельзя. И если я что-то про это скажу, меня закроют весь мой канал. У меня уже предупреждение есть, повторяю, видео удалили. Сейчас меня закроют на 3 месяца. В следующий раз. Если еще что-то ляпну, меня все видео полностью удалят. И меня на YouTube уже не пустят. Понимаете? Закон. А теперь смотрите, как узнать этих инопланетян, рептилоидов и провокаторов. Давайте вот называть их. Этих инопланетян тварями. Мне нравится тварь. Так вот, рады мои, почему мне, вот, говорил в начале видео, что меня огорчили подписчики. Они мне дают ссылки на уважаемых людей. Я захожу на этот по ссылке, смотрю этого, в кавычках, уважаемого человека. И я думаю, вот что люди не понимают элементарных вещей. Просто. Как в этом мире говорить правду в течение 6-7 лет на Ютубе?
Думайте, больше 150 тысяч подписчиков. У одного, у второго там вообще дофига. Еще больше грозы. Мне когда ссылкали. И он якобы говорит правду. Вы подумайте, его бы давно, а он 7 лет глаголит. 7 лет врет. Рады мои, а люди-то не понимают странных вещей. А он прям проговорит, прям, вот смотрите, какой там где, какая-то организация Российской Федерации, там, а они все про это, а это вот это, вот это. Он прям изобличает все, якобы. А люди смотрят, как, надо же правду говорить, действительно, они же вот все. И он говорит, какая правда. А на самом деле, у этих рептилоидов, у тварей, мы знаем две таких закона. Первый закон – разделяй властвуй. А второй закон, рады мои, простой. Три правды – ложь. Три правды – ложь и так далее. И с помощью этого, вот он говорит якобы правду. А люди-то, точно правду мужик сказал, вот молодец, вот такой правильный. И он тут в это, между правдами маленькую такую ложь пихает. Потом опять три правды и опять маленькую ложь. И постепенно стадо свое, пасту свою уводит в сторону. И люди уже смотрят в другую сторону, рады мои. Вроде бы он за нас. Понимаете, рады мои? Первое доказательство, вернее не доказательство, а первое определение, что перед вами рептилоид или провокатор, или какой-нибудь другой инопланетянин. Если вы у любого блогера, альтернативщика, или как он себя пусть называет, если вы видите слова такие, он создатель наш, вот такие слова, Бог, все остальное, бегите от него, бегите, бегите, рады мои, бегите. Это новая секта, религиозная секта, просто он вас обманывает. Его не удаляют, поймите, его не удаляют. Вроде бы и правда. Потому что это им нужен, рептилоидам, вот этот провокатор. Вот и все, рады мои. Думаю, понятно объяснил. Лайки, дизлайки, комментарии, подписывайтесь. Дальше еще что-нибудь такое веселое расскажу. До свидания, рады мои.